Всем привет! Всем привет! Еще раз небольшой обзор покупок с Али. Я очень часто заказываю на AliExpress, и там самое главное правильно указывать поиск. То есть вы пишете что-то, например, там, не знаю, чехол. И среди всех вариантов, которые он вам выдаст, вам нужно сделать сортировку по числу заказов, то есть там самое большое число заказов. И затем вы заходите туда и смотрите число заказов, самое большое, и открываете отзывы на русском языке, читаете отзывы от ваших соотечественников. Многие пишут, за сколько куда дошло, по размерам можно многое уточнить. То есть обязательно читайте отзывы. Если мало отзывов, то есть там меньше 200 заказов, я даже не заказываю, стараюсь не заказывать. Я беру обычно, когда заказов там от 1000 и больше. Это дает гарантию, что все приходит. Некоторые вещи не приходят, но деньги сразу возвращаются. Все, что я заказывала, такое более-менее дорогое, скажем так, дороже 100 рублей, там, дороже 300 рублей, все приходило. Вот. Заказывали также для велосипедов в прошлом году, компьютер специальный тоже пришло, все хорошо работает, весы заказывала, ювелирные тоже все классно работает. Сегодня такая тема немножко пляжная. Первое, что хочу показать, это вот эта вот штучка. Я ее взяла для записи видео. Это держатель для телефона. Так и называется, держатель для телефона. Он на пружине, то есть его можно сгибать, разгибать. Его можно использовать как селфи-палку, если нажимать, ну, как бы таймер выставить и нажимать. Вот эта штучка, она вращается, то есть ее можно поворачивать как угодно. Единственный минус, что когда вы крепите ее на стол, и стол трясется, она трясется вместе со столом. Но если держать вот за эту часть, за самую гибкую часть, то все окей. И вообще, мне она очень нравится. Стоила она всего 200 рублей. Я считаю, что это не цена за нее. Она офигенная. Так что присмотритесь. Вторая классная вещь — это аккумулятор, Powerbank на солнечных батареях. В чем его плюс? В том, что если вы летите в солнечную страну, вы просто оставляете его на солнце, и он начинает заряжаться от ультрафиолета. То есть у вас с собой всегда будет заряженный пауэрбанк. Здесь указано, что там 10 тысяч заряда, но на самом деле, мне кажется, где-то 8, но это все равно классно, потому что стоил он 800 рублей, за 800 его купила, но продается он от 800 до 1200 где-то на у этого продавца, то есть там надо ловить скидку. И, кстати, еще один лайфхак: в приложении всегда дешевле. К вот этому аккумулятору, вот здесь два вот таких порта, здесь офигенный фонарик, сейчас попробую его включить. Во, он очень яркий, ну, искажает, конечно, камера, он мигает, светит, вот. И к нему шел вот такой вот чехольчик. Чехольчик вот такой, который крепится куда-то к руке, наверное. Удобно. И к нему еще шел проводок, который потеряли мы. Дальше. Вот такая классная штука. Это водонепроницаемый чехол для телефона. Мы его уже протестировали. Вот в нем лежит бумажка. Здесь есть проводочек. Открывается довольно легко, и он довольно большой, то есть, да, по сравнению с рукой, довольно большой смартфон туда влезает. У меня Sony Xperia Z5, она влезает туда. Шестой iPhone тоже, седьмой должен влезть, я думаю. Снимает офигенно, то есть вообще никак не влияет на камеру. И причем и селфи-камера, и обычная камера хорошо работают, тачскрин работает, вообще как будто его и нет, шикарный. Ну, посмотрим его в действии, надеюсь, все будет классно. Воздух он не пропускает, воду он тоже не пропускает. Стоил около 200 рублей. Дальше, такая небольшая мелочевка. Остальная у Ильи. Это брелочек. Фанатам Марвел понравится. Молот Тора. Я еще заказывала подвеску Чудо-женщины и подвеску Логан, такой жетон Логан для Ильи. Вот еще классная вещь, про нее чуть позже. Летняя штука, плавки, мужские плавки. Классное качество, они стоили вообще там тоже около 200 рублей по акции. Хорошо тянутся, классные, мягкие, вообще. Ну, ничуть не хуже. Брали размер L на Илюху, то есть они больше мерят. Оставлю все ссылки рабочие, поэтому смотрите по размеру. Пришло все очень быстро. Это те заказы, которые очень быстро мне пришли.
и очень меня радует. Вот, покажу еще немножко купальников. Так, сейчас. Вот такой купальник. Очень классный, есть чашечки, стоил он около 400 рублей. Чашечки довольно плотные, то есть ничего не будет просвечивать. Сзади спинка крестиком, такая тоненькая. И вот такие трусики к нему. Очень красиво смотрится, и можно носить верхушку просто как топик с шортами. Вот такой еще купальничек. Он такого нежного розового цвета, на самом деле здесь немножко синее. На девушку с идеальной фигурой на мне смотрится немножко не так, как я хотела бы, но терпимо. Он очень открытый достаточно и немножко просвечивает рельеф. Ну, если вы понимаете, о чем я. Трусики бикини. Так, трусики такие простые. Сзади у них прошито, то есть они более открытые, чем предыдущий купальник. Косметика. В общем, помада, она матовая, вот такая. И сейчас попробую поставить. Вот, кстати, закрепила сейчас телефон на держателе, вообще за диван. Вот, что хотела показать. Очень стойкая помада, не стирается. И вот эти вот лайнеры, они продаются в такой коробочке. Стоили они 170 рублей за все. То есть за целую упаковку. Там два лайнера. Один черный и один темно-коричневый для бровей. Он отлично подходит. Также в комплекте идут две кисточки. Одна с косым, другая вот такая вот для рисования стрелок. И вот хотела по цвету показать. Это два коричневых и черные. И водой они смываются не сразу, то есть достаточно стойкие. Здесь написано стойкость 24 часа. Я бы не сказала, что они настолько стойкие, но тем не менее. И очень удобно, что подходят и для бровей, и для макияжа. И можно растушевать, сделать такой эффект тени. Можно использовать как для скульптурирования лица. Ну, правда, очень аккуратно, чтобы не оставались такие четкие линии. Короче, очень классная штука. За 170 рублей я считаю, что это очень здорово. Дальше пойдем по одежде. Так, стоп. Вот о чем я говорила. Стоит задеть, сразу все считается. Такой вот топик. Дальше буду показывать с рук, наверное. Вот топик. Он довольно коротенький и довольно открытый. Размер М. Он маломерит, хотя я ношу S. Купальники тоже розовые. Идет размер М. Первый идет размер S. То есть первый размер в размер, второй маломерит. Красивый топик. Купальник. Боди такой. Боди чудо-женщина. Очень классный. Стоил тоже около 300 рублей. Довольно хороший материал. Конечно, за эти деньги не идеальный, но очень прикольный все равно. Не знаю, придется ли мне его там одеть. Ну, довольно клевый это был зад. Спереди вот такой. Спереди рисунок вот такой. И еще один классный бодик. Chicago Bulls. Типа такого был на Бьонсе. Ну, конечно же, это более простая копия. Но, тем не менее, вот он стоил 400 рублей. И он очень классного качества. Он очень качественно пошит. Яркая ткань, плотная, ничего не просвечивает. Садится просто идеально. Хорошие резиночки, хорошая печать. Печать очень классная, не трескается. Ну, пока не потрескалась. Есть чашечки мягкие. Сзади он тоже довольно открытый, то есть очень красиво смотрится по фигуре, прям супер. Мне он очень нравится. Размер я взяла тоже, по-моему, М. Так, сейчас не скажу, да, размер М, он маломерит. Мне он прям идеально. Ну и еще одна классика, просто бикини, очень открытые бикини, я скажу. То есть очень маленькие трусики. Сзади вот такая прошивка. То есть очень открытые, тоже на хорошую фигуру, на хорошую попу. Стоил около 400 рублей. Есть вкладочки, которые можно вынуть. Очень классное качество, очень хорошая ткань. Приятный, яркий купальник. Мне он очень тоже нравится.
такая вот кофтейка. Очень красивый вырез получается на груди. На самом деле она нежно-розового цвета, как-то на телефоне не так передается. Прикреплю фото. Хорошая ткань, стоила тоже 400 рублей. Все по 400 практически. Хорошая ткань, хороший цвет, все прошито грамотно. Пришла очень быстро, недели за две, наверное. Размер взяла, по-моему, S. Сейчас посмотрю. Да, размер S. То есть она идет размер в размер. Есть разные цвета, и она очень классно смотрится. Как с джинсами можно носить, с высокой талией. Можно с шортиками, с юбочкой. Короче, огонь, огонь. Такая мужская сумка, простая, купили Илюхе в дорогу, сумка на пояс. И вот, вот этот жетон. Вот такой вот небольшой обзор. Спасибо, что посмотрели.